Ту-ри-ту-ри-ту-ри-ту. Ну а я продолжаю свою рубрику «Надпись на песте». И сегодня надпись для Вито Корлеоне из Италии. Смотрим надпись. Наверное, мафиозник. По традиции красивый вид для Вито Корлеоне. Заебись. Смотрим надпись для Вито. Вито Корлеоне, красавчик. Та-да-да-дам. Пока ты думал, я думал. Гад, привет. Валера обнял. Юртас! Короче, блядь, настроения нет никакого. Ага. Девятый день. Предлагаю своей женщине, говорю, давай, блядь, соберем рюкзаки и пойдем в сторону Америки. Не хочет. Хуй знает. А я уже готов, знаете, отправляться в путь. Я не то чтобы не хочу. А что? Просто сейчас у меня поставлена цель. Я хочу до нее дойти до конца, а потом уже идти, куда ты скажешь. Ну, так что ждем, когда Катька цель свою сделает. У вас-то что хоть происходит? Здесь-то, как видите, опять затишье. Муза так и не пришла, так что пока ждите, когда я вернусь. А, и великий Костя Костя оживил кота в сапогах и желтого уебка. Мертвыми остались НКВД Москва и... А этого уже никто не помнит, это Реза Реза. Так что все, будет что сказать, может быть, приду к вам. Может быть и нет. А и 1000 дайте, пожалуйста. Очень серьезный подход стал у меня. Микрофон не закрывай, брат. Я уже устал разминаться. Но... Понаклоняйся еще. Не поприседай, а понаклоняйся. А что ты не наклоняешься вот так? Оп. Ножки-то не сгибай. Вот, вот. Спинку растянешь, может, болеть не будет. Нихуя мощь! Ого! Ого! Нифига себе! Вот это силен! Нихуя с испугу, аж сердце. Ах. Ну, мощь по-спортивному. Вообще. Я да? Только боялась, что ты не поймаешь руками. Да, я молодец. Учитесь, девала. Все. Жора, нахуй этот спорт, а? Обратная сторона медали. Ой. Да, бля. Систа! Систа, мама нахав! Китаева. Это за Раджика. Короче, есть же у нас подписчик такой, Павел Комяков. Сука. Да. Так и вот, Павел Комяков, он является водителем вертолета. Знаете, на вертолетах летает. Thank you. И он создал канал. Сейчас я вам вставлю сюда. Чпоньк. На мой взгляд, не хуже Лёсика готовит. Так что подпишитесь, кому нехуй делать. Он
Расскажите ему правду. Он летает на вертолете и готовит? Привет. Да, и готовит в казане там всякие блюда, вплоть даже яичница в казане. А он снимает видео про то, как он летает? Нет, он потом будет летать и снимать. Летать и готовить. А я вам решил сегодня показать вот нашу дорогу до магазина. Вдруг вам будет интересно. Что, вроде бы и контент. Ну что, начинаем смотреть дорогу под музычку, да? Ну-ка, попробуй выключить. Попробуй что? Меня снять, как я иду. А, давай. Ну да, очень красиво. Да, кружись, кружись. Еще больше кружись. Видите, 6 килограмм скинула и становится счастливой. А то, что пузо колошится, это не обращайте внимания, это скоро уйдет. Покажите. Так я же видео снимаю. Не понравилось ей, как она идет. А мне очень понравилось. Здесь мы можем увидеть автомобиль Toyota. Hyundai или Hyundai, мужик в шляпе. Все носят в основном шляпы. Дует очень сильный ветер. Land Cruiser. Ну, кто понимает, тот понимает. Мопед. Эта штука с колесами людей перевозит. А вот это, смотрите, какая красота. Блять, как в Америке, знаете, прикольно. Народу там нет, там нет. На дорогах тоже очень мало. Время час дня. О, Мазитов, Мазитов. О, моргает нам. Все, господин Мазитов заработал у нас столько денег, что ему хватает съебать в другую страну. Так что ищите его в Турции. И вот мы идем. Здесь у нас деревья гнулись. На дороге кафель. Здесь железный забор. Здесь зеленые кусты. Они тоже идиоты и покрывают деревья белой хуйней вот этой. Известью. Но садоводы меня поймут, что это не работает. Хуйня, не надо этим мазать. Это СССРовские замашки. Это-то что у нас здесь? Военное... Удилище. Да, военное удилище. Смотри, даже столбы покрывают. А, да. Они даже столбы красят известняком. Поглядите, нигде народу нет. Ну, а мы с вами подходим к магазину. Надеваем маски. Так как, блядь. А, все закрываются. И вот. И идем. Главное, не кашлять. Еще руки заставляют мыть. Ну и что, вам нравится такой контент? Здесь елки, хуелки, такси. О, мне поливнешь? Да. Полили ручки, моем. О, дядька нас сейчас замерит. О, давай здесь. О, все. Видите, я здоров, как бык. И идем с вами дальше. Женщина. Воу-воу-воу. Нарушительница сидит без маски. Тебе пизда, милая. Это называется эскалатор. Это, так сказать, движущая лестница, придуманная в 1897 году великим архитектором Дзюбой. Нихуя пиздобол, да? Здесь еще тоже дяденьки стоят.
Здравствуйте, дяденьки. А? Ага. А нам с вами запрещают снимать, но мы все равно рискуем и снимаем. Набираем овощей. Помидоры, картошка и лук. Возьмем, а что это такое? Помело. Да, возьми помело. Сколько на килограмм? Я думаю, не больше килограмма. А, давай. Ну, берем еще огуречки. Или как вы любите говорить, огурчик. Миска берем, Юрки. Охранник за мной следом ходит и не дает снимать. Очень странно, да? Они же вон все снимают, блядь. Еще берем десяток яиц. Что вам такой контент нравится? Охранник, отъебись ты, я не снимаю видео, я просто разговариваю. Еще взяли сыр буренка вот такой. Это вам чуть-чуть спойлеров. Ну, сосиски. 150 рублей 4 штуки, охуеть. Киньте кто-нибудь на сосиски, Юрки. Что, берем? Да. Еще взяли листья нори. Катька из них крутит суши. Еще какие-то сухари панировочные. А вообще, если честно, то очень много охранников стало в магазинах. А связано это с тем, что воруют. Катька уболтала меня еще на красную рыбку. Так что пойдемте возьмем красные рыбки. Ну, чтобы суши были не веганскими, а краснорыбинскими. Сейчас глянем, что она выбрала. Еще раз. 80, нормально? 80, не хватит. 300 рублей такой кусок, это нормально? Ну, на суши, да? Заебись. Да. Вот наша продуктовая картина. Картина. Яйца, лук, рыба, сыр, три чая, молоко, мясо, картофель, помидоры, сосиски, огурцы, еще что-то, а помело еще, еще помело, положи, чтобы они видели, и помело, сейчас посмотрим, сколько это будет стоить. Как ты думаешь, сколько будет? 1400. Блять, надо в 300 уложиться. У меня там только 300. Вот насколько мы сходили в магазин. Это где-то 1300, блядь. Ёбаный эскалатор. Это вот, повторяю, такая лестница, которая едет. Вообще что-то странное происходит. Стали запрещать снимать. Три раза охранник подошел. Я думаю, он новенький. Да, я ему говорю, я по WhatsApp разговариваю. Он говорит, не ебет, но в WhatsApp. Короче, непонятная хуйня. А, ну пойдемте еще до дому с вами, да? Чтобы было более это интересней. Как заебали эти маски, блядь? А вы носите маску? Маску, маску. Пиздец. Ну и все, выходишь такой с магазина и идешь дальше. Там у вас море. Что, чисто такое субботнее легкое видео. Всего за 300 рублей. Слежуку с усом отдельный привет. Please do not sit on this area. В общем, это означает, что нельзя сидеть на этой арее. Арея это вот. Вот эта арея. Здесь есть автосалон вот такого вьетнамского автопроизводителя. Очень похож на BMW. Да, народу совсем нет. Поглядите. Пугающе все-таки, знаете, это безлюдность. Угу. Такое даже иногда ощущение, что мы что-то не знаем. Почему все по домам сидят?
Понятно, туристов нет, но где все вьетнамцы, вот это непонятно.